Учеником Леонардо был Джон Антонио Больтрафио, миланец, человек очень опытный, с большой тщательностью написавший в 1500 году в церкви Мизерикордии возле Болоньи маслом на дереве Богоматерь с младенцем на руках, святым Иоанном Крестителем, обнаженным святым Себастьяном и коленопреклоненным заказчиком, писанным с натуры. Вещь прекрасную, на которой он подписал свое имя и то, что он ученик Леонардо. Так писал знаменитый Вазари об одном из лучших учеников да Винчи Больтрафио. Действительно, открытое великим Леонардом так называемое «сфумато» – мягкий незаметный переход от света к тени – Джованни овладел мастерски и одним из немногих леонардесков. Картина «Мадонна семейства Казио», о которой писал Вазари, прекрасное доказательство этому. Первой же из известных работ мастера стала картина «Воскресение Христа. Святой Леонард и святая Лючия», выполненная для одной из миланских церквей. Нам известно, что христианский живописец прожил 49 лет и умер в 1516 году, то есть на 3 года раньше своего великого учителя. Для нас еще интересен тот факт, что на картине Леонардо «Мадонна Лита», хранящейся в Эрмитаже, искусствоведы находят руку Больтрафио. Они считают, что именно он написал фигуру младенца.